Глава 6. «И я видел, когда открыл Агнец одну из семи печатей, и слышал одного из четырех животных, говорящие, как голос грома, «Приди!» И я видел, и вот конь светлый, и сидящий на нем имел испускатель, и дан ему венец, и он вышел, побеждая, и чтобы победить. И когда он открыл печать вторую, я слышал второе животное, говорящее, «Приди!» И вышел иной конь, огнеподобный, и сидящему на нем было дано получить мир из земли, и чтобы друг друга поражали, и дан ему большой меч. И когда он открыл третью печать, я слышал третье животное, говорящее «Приди!» И я видел, и вот конь черный, и сидящий на нем имел иго в руке своей. И я слышал как бы голос в среде четырех животных, говорящий «Литр пшеницы динарий и 3 литра ячменя динарий, и масличного масла и вина не ущемляй». И когда он открыл печать четвертую, я слышал голос четвертого животного, говорящего «Приди!» И я видел, и вот конь зеленый, и сидящий на нем имя его «Отшествие», и невосприемлемый сопутствовал ему, и дана им власть на четвертой части земли умышлять мечом и голодом, и отшествием, и дичью земли. И когда он открыл пятую печать, я видел под проливателем дыхание пораженных из-за изложения, снисхождения и из-за свидетельства, которые они имели. И вскричали голосом сильным, говоря, «Доколе владетель безупречный и нескрытный, не судишь и не взыскиваешь кровь нашу от проживающих на земле?» И было дано им каждому удлинение светлое, и сказано им, чтобы покоились еще малое время до исполнений, и сорабы ихние, и братья их должны быть умерщвлены, как и они. И я видел, когда он открыл печать шестую, и землетрясение сильное произошло, и солнце стало черно, как мешковина волосная, и луна вся стала, как кровь. И крепления помещенности пали на землю, как смоковница сбрасывает несозревшие свои сильным ветром волнимая. И помещенность устранилась, как свиток сворачиваемый. И всякая гора и остров двинулись от мест своих. И цари земли, и величайшие, и тысяченачальники, и богатые, и сильные, и всякий раб, и освобожденный, скрыли себя в пещеры и в скалы гор. И говорят горам и скалам, «Упадите на нас, и скройте нас от лица сидящего на седалище и от стремления Агнца, ибо пришел великий день стремления его, и кто может устоять?»